Для вас три, ну... Нам нужна полицейская... Есть маза, что наши дела... Вперед! Вперед!
«Мужик, это я! Срочно нужна твоя помощь! У меня беда с Майей! Короче, ее нужно быстро притащить в госпиталь, чтобы ее там подлатали! Давай скорей! Слушай, ну сколько тебя можно упрашивать? Где ты там есть? Давай, выезжай быстренько!» Итак, господа, пришло время заняться делом. Так как мы остались без Слейтера, нам нужен новый бандит. Шопа, ты отвечаешь за клиента, я же займусь прикрытием. Когда мы начинаем? Завтра вечером у входа в китайский театр. Я хотел бы знать, кто наш клиент. Мы
должны убрать Билла Багдекса и ждать дальнейших указаний. Никакой самодеятельности, господа. Думаю, это понятно. Окей. Господа, спасибо за внимание. И еще. Не подведите меня. Эй, Слэк, меня послал Маккензи. Хэнкок со своими головорезами что-то задумал. Не знаю, что он задумал, это точно. Узнай, что они хотят. Конечно, я понимаю, Маккензи нужно больше информации, это понятно. Похоже, что заказали Билла Бадекса. Билла Бадекса, этого ФБРовца, я не знал, что кто-то в курсе того, что он в городе. Касталби знает, в этом вся проблема. Он хочет его убрать. Когда? Завтра у китайского театра. Думаю, что да, нужно его отозвать. Нет, иначе они меня расколят, понимаешь? У нас нет выбора, Тадо. У нас есть выбор. Мы продолжаем операцию. Просто предупредите весь персонал и особенно телохранителя. Мы будем брать их у китайского театра. Это я. Все нормально. Давай быстро подбери нас. Давай, скорей.
Стоп! Thank you.
Они ждали нас, я просто уверен. Да, они просто сидели и ждали. Мы были как 10 уток в тире. Тише. Черт возьми, среди нас стукач. Я сказал тише. Да, бать твою, ты прав, кто-то сдал нас. Думаешь, это водитель? Тебе не давали слово, ублюдок? Да, среди нас есть стукач. Это точно. Ты отлично вел машину сегодня, Танда. Ты ничего не хочешь мне сказать? Я всегда отлично вожу. Спрашиваю еще раз, мать твою, ты ничего не хочешь мне сказать? Если есть, то тебе лучше не тянуть, ты меня понимаешь? Слейтер. Слейтер на юге, во Фриско. Слейтер все сдал об операции. Может, он просто сдал нас фараоном, чтобы спасти свою задницу. Слейтер, не парите чушь. Он никогда не расколется. Ведь ты этого не сделаешь, правда? На самом деле все очень просто. Кому ты доверяешь, Слейтеру или Танда? Это ничего не меняет. Операция закончена. Мы едем в Нью-Йорк и ждем дальнейших указаний.